Сегодня мы готовим читни из кокосового ореха. Мы купили кокос средней величины, очистили его от кожуры, аккуратно выпустили молоко, вот оно здесь, полчашечки. Приготовили пучок кинзы, корень имбиря и зеленый чили. Положим все это в блендер и смелим до однородной массы. В нагретый на среднем огне ковшик или маленькую сковороду добавим топленое масло или оливковое, то, что вы больше любите, семена черной горчицы, кумин по 1/2 чайной ложечки и лаврушку. Мы спассируем это, добавив асафоэтиду, и введем в приготовленное пюре из кокосового ореха. Теперь нам осталось посолить уже готовые читни и влить несколько капель лимона. Вы можете хранить читни в холодильнике 2-3 дня и подавать его к любому из ваших любимых блюд, либо просто к отварному рису. Кушайте и наслаждайтесь! Подробности на сайте «Экзотика. Стиль жизни».